Сегодня 19 ноября. Ноябрь, небо низкое, навевает грусть, тоску. И для своих подписчиков канала, а также посетителей канала, я прочитаю свое собственное стихотворение. На мой взгляд, оно прекрасно. И вот эта вот прекрасность, я хочу, чтобы она передалась и вам, чтобы вы не грустили, несмотря на то, что дни самые короткие, ночи самые длинные, и тем не менее жизнь продолжается. Итак, для вас мое великолепнейшее стихотворение. Я думаю, некоторые из вас знают, что я еще поэт, писатель-поэт, сценарист-режиссер, землекоп, рудокоп, травознай, ну и так далее. Итак, мое стихотворение называется «Когда на улице дубарь». Когда на улице дубарь, а это верно ведь январь, ты лучше дома посиди, чаек попей, смотри в окошко, голодных птичек покорми и о былом чуть погрусти. А там весна, и все растает, и лето жаркое придет, свои проблемы принесет. Уж коль январь такой случился, в июле сморит всех жара. Купаться будем до утра и тело покрывать загаром. Потом дожди, ты их немного подожди, и снова холода полюбишь. В оконце на мороз глядя, чаек душистый разливая, о жизни бренной рассуждая, что хорошо и в жар, и в холод, здоровье крепкое иметь, а остальное просто медь, ее не стоит иметь. Свое здоровье тратят даром. Так будем жить и процветать, и строки о любви писать, и посылать их прямо в сердце, готовясь ее принять и от восторга засиять. Вот такой вот я. Многогранный. Да. Ну да, но все равно я попрошу, чтобы они посидели те, которые нормальные. Ага, ладно. Здорово, здорово, Геннадий Петрович. А то книжки.